Всем привет, вы на канале Chef Games, меня зовут Олег. Мы продолжаем потихонечку, полегонечку проходить Мафию третью, Definitive Edition. Легкий, легкий стримчик. Без особой надежды, что кто-то будет... Много будет подключающихся, но тем не менее... Если уже начал стримчики вести, то тогда уже буду продолжать. А хочется мне, если честно, уже прям вот хочется дальше пойти играть. Потому что интересно, потому что сюжетка уже дальше идет. И будем... новые райончики захватывать будем. А также ребятишек уже с теми, с кем сотрудничаем. Будем их развивать. И есть еще побочные квесты. Так что мы сегодня с вами... На пару часиков зависнем в Мафию третью. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты, пишите в чат, пишите под видео, комментируйте. Все будет в записи, так что имейте в виду. Так, есть у нас здесь заданица. Пошел я не туда. Я пошел не туда. В общем, по ходу пьесы. Поговорить с Ники. Теперь, когда мясник в земле, с семейным самогонным бизнесом Берков будет управлять Ники, дочь и лейтенант Берка. Лейтенант, вот как. Вот как она лейтенант, значит, у Берка. Ха-ха. Такую я вот желтенькую точилку отжал. Я за кадром, конечно, уже покатал. Немножко проставил жучки. Жучки, червячки. В общем, идет процесс. Интересно. На самом деле интересно. Жаль, конечно, что вот фиговый... Так, ну раз уж рядом, давай заберем. Эти штуки, я думаю, по игре потом все-таки пригодятся. Угу. Тем более рядышком тут две штучки-то, а? Чё бы их не взять? Короче. Где моя тачка? Вот та тачка, да, моя? У Кассандры есть миссия по захвату контрабанды на катере. Вот это прикольная миссия. Я так чисто случайненько ее одну прошел. Прикольно. По воде погонять, покататься. Вообще прикольненько. Тачка нормальная. Я на этой тачке... Ой, блин. Ну ладно, была нормальная тачка. Я на ней полкарты исколесил. Нормально прет. Так, где у тебя вход? Ну, пойдем. А, все время не могу понять, как мне к ним туда попадать. Дурная какая-то локация, кстати. Что там с пистолетом? Опа, хорош. Хорош, взял пистолет. Так, аптечки есть. Бронь немножко тоже есть. Нормально. Угу. Переоделся я. Хорош ходить. Брутальным полуголым мужчиной. Гольфист. Будет у нас гольфист. Тоже нормально. Куда мне идти? Сюда, что ли? Красотка. Сказать спасибо, я, говорит, хочу. Сколько
С трудом помнит, какой сегодня день. Забрать самогонку, привезти сюда. Ты бы мне очень помог. Бою, это мое. Короче, боятся они, когда черные заезжают. Тоже нормально. Не люблю трепаться впустую. Хотел спросить, ты что обо всем этом думаешь? Так, ты что, подкатываешь, что ли? Хочу одного, чтобы все стало таким, как было. До Вьетнама, до той ночи. Нормально. Насколько... Правильно, долбанутые, но понятно. Ну, такая себе, на любителя. А на заднем-то фоне играет, да, прикольный трек? Да не ему было больно. Но сильно мучился. Этого тебе ничего не даст. Джорджи выстрелил Дэнни в голову. Думаю, он умер довольно быстро. Черт. Ненавижу этот гребаный город. О, давай, подкатывай. Я, наверное, пойду. Да, конечно, иди. Барбьери, конечно, мертв, но это не означает, что мы крепко держим в руках весь район. Если его люди тут еще остались, тебе стоит их вычислить. Ну, конечно. В каждом районе, я заметил, есть кучки. Есть кучки группировок, где можно ребят вальнуть быстренько и забрать там бабки. Но иногда бывает просто прийти и завалить. Ну, как-то так. Так, чем? Погнали. Опа. О, журнальчик. Или это плакат? Это плакат. Где моя тачка? А, тут вон как, оказывается, можно. Ну-ка. А, прикольно. И просто, да, давай, выпадай. Оп. Хорош. Такой черный ход. Ага. Виски. Так, и что у нас? Какое задание? Опа, привет. С Ники мы потрещали. Сейчас поедем. Что поедем? Куда поедем? Так, это понятно. Это зелененькое. Зелененькое. Тоже надо поглядывать вот на такие. Опа! И почему-то... Вот, кстати, миссии... Этой Макарены, как ее там? Кассандры. Это миссии Кассандры. Это как раз вот сейчас миссии Ники. Это миссии, получается, Вита. То есть их потихонечку, полигонечку можно развивать и можно... Можно выполнять задания. И все они очень далеко. Давай, конечно, я не знаю, мотанемся, выполним одно задание для Ники. Насколько я понял, там надо
то ли разнести, то ли украсть бухло и привезти его сюда. Не ближний путь, 4000 километров, но это где-то минуты 2,5 езды сейчас реального времени. Я там уже выполнял миссию по контрабанде наркоты. Травки. Будем так ее называть. Травки. Вот. Забирал ее на катере. Прикольно. Веселенько. Это сейчас будет вряд ли веселенько, но посмотрим. За кадром покатался с музыкой. Есть прикольные треки. Старенькие. Ну, понятное дело, да, там 60-х годов вся музыка. Несовременные треки явно. Не GTA-шка. Даже Vice City какая-нибудь. Но, тем не менее, есть прям несколько треков таких прикольных. Я ж прям кайфанул так в дороге, вообще прям супер. Но быстро приедается, поэтому там помимо в машине музыка играет в каждой машине музыка. То есть ты мимо проходишь, там играет какая-то музыка. И дальше идешь, еще одна тачка, там еще какая-то музыка. То есть по сути вот все в музыке, все тихо. Все в движнике каком-то, блин, пипец, это уже напрягает. Так что без музыки даже лучше играть. Вон ребятишки, которых можно размотать. Игрулю сделали наверняка бесконечной, потому что можно вот такие вот маленькие группировочки. Да ты дурной, а? Маленькие группировочки разносить, и в принципе на этом будет игра существовать. Так, мне налево. Погоди. О, Гошан, привет. Теперь я знаю, кто слал мне вчера донаты. Музыка. А мама в курсе, что ты мне вчера донатила? Ну-ка, пиши давай, признавайся. Или это мама донатила? Как у вас там погода? Ой. Ага. Тогда мамке привет. О, ну ты какой? На чем заколачиваешь? Может, я тоже начну? Солнце, а вот температура какая? Так, я доехал. Ага, вон и... Нет, это не то. Или то. А, нет, это другая, это Витовская. Миссия Витовская. А мы сейчас Никовскую миссию выполняем. А вот ребятишки. Слушай, нормально там, нехило. 21 градус! Уф, блин, я к вам хочу. Да, в Анапе тепло. Ну, плюс-минус Анапа. Я знаю, что вы не в Анапе. Короче, морское побережье, там все, везде тепло. Красота. Там даже в Адлере сейчас тоже тепло. Море, наверное, бушует. Так, ну чё? Где я? А, кстати, я здесь был, нет?
Я, наверное... Ага, во, тихо. Ага. Так. Окей. Где мой пичтолет? Угу. Давай, друган, ща погодь. Тот движется, да? Он и этот движется. Так, теперь их двое. Ну, замечательно. Так, хорош. Не кряхти. Скучно, говоришь там. А все мечтают на море перебраться. А, понял. Опа. Да блин, ты чё? Ты чё мажешь? Да ё... Тихо. Ну, понеслась, давай. Упс. Прости, друг. А нечего было высовываться. Так, а тот что-то, я так понимаю, вообще ничего не слышал, да? На углу стоит. Выходишь? Упс. Шальная пуля. Тык. Пошел, а? Хе-хе-хе. Не, ну а чё? Следующий. Ой, прости. Ты долго думал. Ну вот, всех убрали, можно и назад. Амфора. Это бешеный Т-9? Не понял сейчас, а куда выезжать-то? Алло, а, во. Так. Ладно, давайте протараним. Какие-нибудь по-любому протаранятся. Вот такие незатейливые заданица. Просто пойди туда, забери то. Ну вот, травку забирать на катере мне больше понравилось. Будем ее проходить. На катере прикольней. Правда, ты едешь на катере потом до дока, перегружаешь это все дело в тачку и уже по суше везешь подручным Кассандрам. Надо еще сейчас будет для Вита пройти. Тихо. Ну я так и понял. Т9 всех бесит. Не знаю, кто-то привыкает к нему потом. Я сразу устанавливаю себе Яндекс клавиатуру и отключаю Т9 и все. Она вот бывает дописывает, она иногда не то, что надо, но в целом все четко, без ошибок. Так, ну это так, сейчас для разминочки мы выполним прям буквально по миссии для каждого члена нашей компании.
Да, 3000 километров еще. Точнее, 3000 метров. Километров. Тут весь город, наверное. 3 километра. В обхвате. Ох, ё. Давай, давай. А у нас вот дождь идет. Грязище, дождь. Везде лед. Ходить невозможно. Это просто жесть. Тык, тык, тык. Оп, стоять, я промахнулся. Да ладно, неважно. Чё за дурная система? Все, блин, под колеса прыгают, а? Грузовичок такой нормальный. Едет, в принципе, быстро. Да ездит нормально дороги. Дороги как дороги. Дырок полно. Уже знаешь каждую кочку в этом городе. К вам охота. Теплые. Теплые края. Сегодня, может, по таксиру поеду вечерком. Покатаюсь. Денег там все равно особо не заработаешь. Так, по мелочи. Да, чё же они все так далеко-то, а? Неужели ближе нет? Куда стоять? А в смысле? А чё, прямо-то нельзя было? А, там мост. Да брось ты! Можно было, блин, проехать. Ну, это, короче, как этот. Яндекс.Навигатор тоже ведет через поля. Му-му. Приехали. Готово. Да, конечно. Нет, разброс, конечно, хороший. От 1000 до 4. Брось ты. 1000-1500 хорошо, если он после 9. С 9 до полуночи катанешься вот. 1500 хорошо, 1000, ну так, чистыми. Так, 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 так. Чё я? Куда я? Зачем я? А чё надо-то? Пойти сдаться ей, да? А будет какая-нибудь интересная сцена? Потому что мне кажется, она запала на нас. Так, а чё? Где? Блин, я все время путаюсь, где заходить? Пам-пам-пам-пам-пам. Где эта гребаная лестница? О, здесь вот. Чё, нельзя было на первом этаже, что ли, офис сделать? Да. Ты вовремя, я как раз обедать собирался.
Какие-то ублюдки решили на тебя наехать. Дэнни Могил. 100 лет о нем ничего не слышал. Четверо детишек, старше. Под домом пистолетом. Это старые друзья, что ли? Она тоже? Я ничего не могу понять. Когда я остепеню и заведу детей, ага. Все с тобой нормально. Ну все, они, понятно, подкатывают друг к другу. Смотри на меня, родители своих никогда не знал. Найти людей, которым по барабану. Вот как мы с тобой. Ага, куролесим, зажигаем. Крутая тут я, а ты просто качок придурочный. Тебе сколько лет? 12? Вот были времена. Бухнуть, а на другой день математику написать. Ага. Проехали. Подождет. Не парься о том, что думаешь, Дэнни. Так. Угу. Понятно. Считал тебя настоящим гонщиком и с работой справился хорошо. Так, понятно все с тобой. Ты мне денег не дашь, что ли? Алло. Угу. Ну, здесь все, да? Да. Здесь все нормуль. Здесь все вроде тоже нормуль. Валим отсюда. По крайней мере, здесь уже миссии побыстрее выполнять. Здесь ехать недалеко. Так, давай-ка, опа, откатик уже 1600. Я выполнил миссию, и денежка прибавилась. Давай-ка для Уито теперь также выполним поручение. Украсть грузовик с прицепом. Вот, вот это прикольно. То есть это большой грузовичок с прицепом я должен украсть и дотаранькать его куда-то. Вот только куда, я не знаю, сейчас посмотрим. О-о-о. Хорошо, хоть днем. Где выход-то, блин? Не, ну миссию-то сдать надо было. Да, она подкат мне прибавила. 1600, теперь они 750. Ну, тоже неплохо. Правда, она в таких далях находится, что... Ездить за... Да, ё-моё. Ездить за ним, конечно. Я так за кадром промчался, собрал откатики. Вот, я хочу сейчас как раз вот эту миссию выполнить. Вот это прикольно должна быть. На большом грузовике покататься. Не, ну чё, прям вот... Копия GTA-шки. По-другому никак не скажешь. Вообще ни разу не пахнет мафией. Ни первый, ни второй, ну... В этом и грусть, печаль с одной стороны, с другой стороны, тем любителям GTA-шки 5, да, там, даже 4, может быть, кто там, для разнообразия творить все, что хочется, вот прям отличный вариантик. Мне нравится, я прям вот прикалываюсь. И тачки здесь прикольные, старенькие, не то, что там, да, там какие-то намалеванные. Современные точилы, не. Вот в шестой GTA-шке, я думаю, будет вообще бомбически. Короче, кому GTA-шки надоели, вот это вот вариант поиграть, порубаться, пострелять, погонять. А если без стримов, без видео, под музычку, вообще кайф. Просто здесь музыка вся лицензионная. Здесь прям... Здесь прям жестоко все сразу банится. Любят? Производители эти К2.
вляпывать сюда суперлицензионную музыку. Прям аж мне забанили даже для какого-то региона. То ли африканского, то ли какого. Вообще пипец. По-моему, из самого первого стрима. Пришлось убирать на всякий случай. Не хотелось бы, чтобы канал еще забанили. У-ху! Не, нормально, тачка прет прям, огонь. Так, налево. Ай-яй-яй, сглазил, все. Машина огонь. Но теперь она не целенькая, не девочка. Да, я на ней всю карту прям прочесал, вообще кайфовый. Прет нормально, и, кстати, устойчивая, и по грунтовке тоже нормально прет. Вот механика тачек здесь кайфовая. Ну, примерно как в GTA-шке также, да. Ой-ой-ой. Не, нормально, смотри, что, а? Хорошо идет. Так, еще немного осталось. Цвет тоже прикольненький, цвет такой желтенький. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. И звук движка прям огонь. А вот я и на месте стоям была. Ну что, можешь прям так ворваться. Ладно. Украсть. Да, такое редко бывает и быстрое, и крутое. Один где-то в кустах стоит. Блин, там еще их. А за что ныкнуться? Да, что такое? Просто непонятно, что там дальше будет. Жесть их там. Ох, жесть. Ладно, что, по нашему репертуару. Бах. Бах. Сюда иди. Ай ты. Козлина. Так, 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 все, я понял. Где ты? Ага. Вот так вот, да. У-ху. Да что ты, а? У меня просто еще, блин, рука дрожит. А... И мышь, блин, трясется. Лед перфоратором долбил. Все, лежать. Еще парочку осталось. Ой, тихо, 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 тихо. Лежать. Блин, как нехорошо, а? Я не думал, что у меня так рука будет болеть. Перфоратор еще, зараза, тяжелый. Блин.
Зачем себя поджег, а? Дурачок. Че, осталось двое, где он? Да где ж ты? А, вот ты где. Извини, брат. Шальная пуля. А вот и грузовичок. Не понял. Опа! Ха-ха! Надо было стрелять, я, может, успел бы завалить меня, но нет. Я думаю, все, да? Что там, патроны есть, что ли? Деньги есть. Денег мало, я опять вкачал в оружие. Прокачал немножко. Ну-с, погнали, помчали. Нет тут больше ничего. Вот это я понимаю. Груз. Вот это вот разочек украл и порядок. О, ща будет весело по этим кустам-то лазить, а? Жесть. Хорошо хоть недалеко ехать, а? Но вообще пипец медленный. Тихо, я чуть не вляпался. Да, ружьецо вообще отличное. Я автоматы забросил. Автоматы это прям разброс большой, толку мало, обойма улетает и чё. Вот это механика, вот это я понимаю. Кто хотел на грузовике погонять? Дальнобойщик 8. О, хоть рука отдохнет немножко. Я прям бицуху набил перфоратором. И руку, блин, стер. У нас день морозы, день плюс 2. День опять морозы, блин, минус 5, плюс 2. Столько льда уже накопилось, это пипец. Так, а сколько нам там... А, ну, в принципе, недалеко. Эй, Вася, ты чё творишь? Я тут, между прочим, на грузовике еду. Так, обгоним его. А, не успел. Ой-ой-ой, не свалиться бы с такого мосточку. ППС. Да блин, я даже не смотрел, игрушка-то старая. Я даже не заморачиваюсь в этом плане. Я думаю, там заоблачный ФПС. Какого она? 20-го года? Третья мафия. Или 22-го, или 20-го. Нет, 20-го она. Ну, ограничение-то стоит. Вертикальная синхронизация на 60 кадров, поэтому... Поэтому без проблем все четко. Это вот с новыми игрушками, да, там надо танцы с бубном творить, чтобы все пошло ровненько. О, занесло нормально. Тихо, тихо. Бензовоз, не надо с ним.
Да, 20-го, да. Так, а я подъезжаю. Куда я? Да ничего, кстати, можно на грузовичке по городу гонять. Отсоединить прицеп на кой? На кой мне отсоединить прицеп? А, нет, наверное, не надо мне сейчас отсоединять его. Все, просто выйти. Это если дернуть грузовичок какой-нибудь. Опа, доход. Вернуться к Альме. Альма. Погоди, какая Альма? Кто такая Альма? Ладно. Не помню, что я уже давно здесь был. Что за Альма? Здесь где-то лежала... Да, снайперка. Где-то еще лежит... Здесь вот, по-моему... Нет. Ага. Во-первых, бронь надо взять. Алло. Ты где? Так. Альма-гель. Иду-иду. Она прям так ждет меня, да? Может, тоже клини подбивает? Угу. Ох, испаночка. Вся моя жизнь проблема. Письмо от бабушки. О-о-о. Поздравляет маму с днем рождения. Мою маму, которую у нее на глазах тогда уволокли. Ага. Есть что для меня. Один грузовик с товаром. Парни Маркана просто сопляки. Никаких проблем? У меня никаких. Ты можешь еще пригнать? Посмотрим. Как мы вчера перепек... О! Начал языком молоть, особо слушала. Поставки, так. Защищаешь грузовики. Ясно. Нормальная такая. Вчера она, значит, мимо делом. Просто вот шла, раз. Перепихнулась. Ой, зря. А, не, нормально. Я же мужик, железные ноги. Так, а вот моя тачка. Слушай, прикольно. Переводчик топ. Да какой? Без пол-литра не разберешься. Так, и сейчас еще одну миссию на катерах. Чисто для видео. Чисто для видосика. Опаньки. Ага, это алкашка. Это вот как раз то, что мне надо. Это снова грузовичок. Что еще тут есть? Это вот нам надо там все вместе встретиться. Это сейчас после контрабанды. Контрабанд. Так, я где? Я тут. Давай за откатиком. Оп. Раз уж такая пошла. Пьянка, быстренько сейчас сгоняем, бабки заберем. А, погоди, на кой? На кой? Я все равно же квиты потом поеду. Или нет? А, нет. Все правильно, я потом к Кассандре поеду. С травкой-то. Блин, Гошан, ну ты знаешь... Не забывай, что дома еще две малютки, да, тусят? Ты же помнишь.
Поэтому какой тут? Вот пока младшая спит, можно погонять. Старшая там вроде как уроки делала. Вроде как. Но я думаю, что уже нет. Уже, наверное, в телефон лупится. Поэтому я сел, пока жена еще на работе не приехала. Сейчас приедет. Я уже, думаю, закончу со стримчиком. Так, погоди, погоди. Не, зачем мне? Что это такое? Уф. Уф. Вита. Старый ты уже. Ясен пень. Вот. Поэтому где-то, если получается, вот младший сейчас уже проснулся, стучит в дверь. Чаечек бы надо пойти поставить. Старшая вряд ли с этим делом справится. Ей пока что-то как-то не доверить ничего. Я бы и по два раза в день стримил. У меня желаний-то полно. Игр вообще тьма. Ой, блин. Бери любую. Так, вот сюда. К Ведьмаку вообще еще не притрагиваюсь. Ах ты ж, гаденыш. Зачем так делать? Hello? Поэтому, если хотя бы два стримчика в неделю и парочку на выходных, чисто субботу или воскресенье, то это вообще просто шоколад. А так, не знаю. Ну, стримы, кстати говоря, реально больше просмотров по стримам, чем по видео. Ну, это понятное дело, что еще зависит от... Так, стоять, я приехал, нет? А где я вообще? Ой, мне еще далеко. Опаньки. На печеньке чай. На печеньку, да, на печеньку. Спасибо тебе. Спасибо тебе, дорогой. Младший на вафельке. Вот она уплетает эти вафельки, блин. Больше ничего не хочет есть. Ой, ну тачка вообще огонь, а? Вот она прёт. А главное, что... Управляемость хорошая. Ай-яй-яй-яй. Тихо-тихо-тихо. Народ, кто подключается, сейчас скажет, вот, блин, сидят тут о жизни разговаривают. Нет, ну а о чем еще разговаривать, в принципе, на стриме по такой игре? Это не сюжетная, не какая-то там великий сюжет, да, там как в первый, как в второй. Или как даже в Ведьмаке, или еще как-то, да, там куча катсцен, где там особо не поболтаешь. Это GTA-шка, в которой вот едешь, блин, минуты 2, 3, 5, а что делать? Разговаривать между собой, вот и все. Не зателивая. Так, я приехал. А в смысле я на мосту должен встать? Ты что? С ума не сходи. Оп. Давай-ка здесь ее бросим. Блин, там народу вообще тьма. Прошлый раз я, во-первых, на катере подплыл к катеру. И двоих снес, катер забрал и уплыл. А здесь их теперь... Слушай, мне кажется, нужна снайперка уже. Пора уже, наверное, на снайперку переходить. Так, ладно. Двое здесь. Давай их сейчас быстро... О, какие двое? Их там... Японские мартышки. А чё так много? Ой-ой-ой-ой-ой. Так. Ну чё, валить прям всех с ружья?
Давай. На. Все, осел. Давай, выходи. Так. Ну, неплохо. Где стреляет? Кто стреляет? Да черт его знает. Блин, у народу их тут вообще просто тьма. Ружье вообще просто шедевр. Один где-то там на углу. В доме, скорее всего. Не вижу. А, да хорош, ты просто сидишь там, дурачок. Тихо. Так, патрон еще есть. Месиво, ну... Пока еще ничего, идем нормально. Но народу... Я первый раз что-то такое вижу, что вот на базе здесь было так много народу. Ну, вообще просто... Скорее всего, есть одна причина. Да куда ты? Потому что я первый украл катер. Вот. И они усилили охрану. Я так это предполагаю. Опа! Ха-ха! Ты чё, друган, там стоишь сверху, дурачок. Куда? 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 На, вот тебе. Бам! Ну, давай. Нравится мне, как переводчик переводит эти печеньки. Печеньки. А катер вот, да? А катер вот. Так, ну слушай, мне одного осталось завалить, да? Вот и все. Печеньки. Так, окей. Вроде всех. Да, кстати, тут аллигаторов столько. Это просто трэш. Я тут решил что-то поплавать, думаю. Не пойду в обход, а по прямой проплыву. Я как поплыл, меня как аллигатор за ногу цапнул. Пол хэпэхи. Хлысь. И все. И я быстрее на берег. Да, разнес. Что-то уже не кажется, что много народу-то это уже сложно. Просто по одному выносишь потихонечку и все. Ну, погнали. Вот это катерочка, вот это я понимаю. У контрабандистов прям катерки вообще огонь. Так. Где забирать-то? А-а-а! Нет. Погоди, что такое? Это мне от... Да хорош! Да быть не может. В прошлый раз я вот здесь вот брал, да блин, вот здесь вот брал катер, и вот здесь вот я собирал с самолета травку. А теперь мне... Ничего не понимаю. Ну, наверное. Ладно. Скорее всего, здесь просто нужно действительно собирать вот таким вот образом, и все. И поехали. Единственное, что это не машина. Давай-ка вот эту сначала.
Это не машина, поэтому здесь путь не отмечается. По реке надо плыть самому. Искать пути. Но здесь прямая. В принципе, дорога. Можно вот так вот разогнаться по прямой, да и все. Да, катер вообще кайфовый. До этого у меня вон лоханка была, которую сейчас проплыли. Вот такая же канитель. Вообще не прет. Это хоть 75 миль, наверное. Миль в час едет. Неплохо. Это почти под соточку. По речкам прет. Так, не понял, где объезд, 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 объезд. Ага. Вон и аллигатор. Ну, вообще, без вон еще аллигатор. Они без разбора просто хапают. Так, что-то я не понял. Вот сейчас вообще не понял. Твою же историю, а? Или мне все-таки где-то собирать их? Как все сложно. Вот там что я должен, катер или нет? Ладно, бог с ним. Сейчас попробуем. Да ё-моё. Нет, всё-таки да, всё нормально. Получается, по одной точке за раз. Потому что в прошлый раз было интересней. Зря вот я первую сборку травки не записал. Там я брал катер, и на катере уже по морю плыл. И забирал прям коробки. Это было интересно. А здесь просто стырил катер и поехал его на базу везти. Ну, ладно. Зато разнообразие. Ай-яй-яй. Опаньки. Это Рылачик, тебе на такой же очень крутой катер. Ты будешь самым крутым на планете стример, поэтому говорю тебе еще раз, ты добьешься своего, говорю тебе. Не, ну, Гош, будем стараться, что. Вашими молитвами, вашими молитвами. Я-то не против, мне нравится. Так, ага, доход, кстати, поднялся. Это неплохо. Угу. Вот, я тут рядышком, во-первых, сейчас с товарищем, который... Тачки у меня теперь нету. Который прослушку... О, иди сюда. Который прослушку мне там делает. Сейчас к нему наведаемся в гости. Вот правильно. Давай, давай, тормози. Послушаем, что он скажет. Может, у него какие-то там мыслишки есть. Кстати, он, наверное, мне даст наводку на новый район. Вполне возможно. А тачка-то огонь. И чё, я туда же приехал. Где же у него новый офис-то?
пистолет валялся, нормально. Спасибо тебе, Гошан. С такой винтовкой, нормально. Так, Падро все это воспринимает весь. Корчается по-прежнему. Так, ознакомился со списком. Короче, про кого речь идет, я вообще не понимаю. Климбахе. Короче, опять про войну речь, ни о чем. Даже читать неинтересно. Все? Так, ты хоть больше не думаешь делами Падре. Откройте карту. И что ты мне решил тут? Что ты мне тут... Кстати, 1640. Нормально. 1600. А почему-то здесь не прибавляет. И что он мне еще подкинул? Ничего? Больше никуда, этот дом. Опять к Эммануэлю. И каждый раз к нему возвращаться, как травку привезу. Ну, я пока не вижу, в общем, основных квестов. Ну, вот этот только французский квартал. Можно, в принципе, начать будет. Так, ладно. Давай пока сюда. Нормальный такой шпионаж. Проявка пленок. Все дела. Что у него тут еще? Аппаратура. Экранчик. А сел он тут. Так, ладно, к Эммануэлю, значит, да? Я не знаю, это, в принципе, все побочки. Не основные квесты. Мы сейчас пойдем уже на основной. В принципе, час. Час прошел. Ой, ну прости. Зачем так надо было делать? Катерочек. Катерочек, Гошан, ты же помнишь, у меня есть. Ну как катерочек? ПВХ семиместная. Для кого-то целый катерочек. Так, ну чё? Ну чё, ну чё, ну чё? Где он, Эммануэль? Сигма крутой, но ты блатной из КС, и пойдем стрелять в башку. Будем раздавать мы с тобой свинца, будет очень вкусно. Ля-ля-ля-ля-ля-ля, будем раздавать свинца. Так, Гошан, успокойся. Спасибо тебе за черик. Так, ты глянь, кто заглянул. Брателла. Ага. Так, в Вьетнаме, ага, шанс эвакуировать всю деревню. Опять он жалуется на свою гаитянскую деревню, что там все плохо, жену пытают, детей пытают. В общем, полный трындец происходит. Я уже слушал наподобие этот разговор, поэтому... Так, нет, я даже читать это не буду. Там не для всех ушей.
Поэтому давай, заканчивай, братан. Можно это как-то промотать? I believe I die an old man with my family all around me. Так, ну все, разговор уже ни о чем. Разговор о жизни. Я к нему больше не поеду. По крайней мере, не на видео, не на стриме. Все окей. Отправляйся на этот склад, там большая партия нашей травы. Прикончи уродов, которые ее охраняют, верни все сюда. Окей, это в другой раз. Это все мы в другой раз. А вот теперь поиграли. Я не знаю, что описать. Ну, хорош уже деньги тратить. Тебе мама вон в школу дает, а ты их на меня тратишь. На старого больного человека. Спасибо тебе. Так, ради тебя сейчас мы едем на какой-нибудь замес, заваруху. Так. Смотрим, что у нас. У нас, в принципе, все и так понятно. Во-первых, где мой откат? Оп. Что-то заработок денег перестал быть. Надо уже... Следующие районы. Надо во французский квартал ехать, я думаю. Сейчас мы потрещим со всей этой канителью. Со всеми тремя на сходнях сгоняем на стрелку. А я куда пошел? Да погоди ты, зачем? Народ, всем спасибо, кто подключается. Кто участвует? Ставьте лайки, не забывайте. Лайкосики. Да боже мой, где я? Угу. Вышел да не туда. Не понял. Здесь нет, что ли, выхода? Весело. Вуду лаборатория. Ты не старый, ты крутой, не говори так про себя. Если будешь говорить, будешь донаты получать. Ясно. А может, я себе цен набиваю? Так, ладно. Это что за ржавая корыта? О, где эта точка? Вот мы туда едем. Все, погнали. Идем по сюжетке. А то экшона что-то сегодня мало. Мало экшона. У меня и с уставшей правой рукой, блин, что-то не... Грубо будет сказано, да. После... Колки льда. Так скажем. И то в голову успеваю, блин, попадать. Слишком быстро все проходит. Неинтересно. Надо какой-нибудь замес устроить. Ментов надо, что ли, этих. Полицаев. На хвост себе. Гошан хотел, чтобы я вон полицейскую тачку скоммуниздил, на ней погонял. Тоже надо, ну, при случае.
Так, еще 500 метров. Созвать ходку. Сходку. Вот. Ай, куда, куда? Вот это особнячок. А это чье такое? Слушай, а это не особнячок ли из дополнений второй мафии, а? Я, правда, их еще не проходил, надо будет их пройти. Но я видел видосики. Может, тут сейчас еще кто-нибудь будет? Интересно. Он все пистолет свой щупает. Думаешь, я забыл о том, что ты сделал? Мои люди выполняли приказ. У нас есть правила. Что за дерьмо? Самый известный алкаш. Да, Вита, конечно. Убить Маркана. Эти двое работали на Маркана. Ты в курсе, скольких моих людей он положил по просьбе Маркана? Думаешь, я могу доверять им? Ты ему не доверяешь? И правильно. Потому что я не доверяю никому из вас. Да ты чё, растёшь? Мы дадим тебе 600 подписчиков, но когда-нибудь 600 миллионов, конечно же, возьмем и будем танцевать, и будем стримы рисовать, и будем стримы нарисовать, и будем мы твои стримы смотреть, говорить, а смотрите-ка. Ай, Гоша, Гоша, проказник. Если детский сад закончился, перейдем к обсуждению плана. Чтобы свалить такую... Чё? Свалить такую систему? А, всё, понятно. Так. Подниматься наверх. Угу. Варм тебе в башку все эти схемы. Тактики. Everybody else just gonna lay down and die, you stupid ass motherfucker. Так, опять ругается там по-гаитянски. Так, одним убийством Марканова, короче, мы не добьемся ничего. Убив их, заберем район. Ну, логично, понятно, сейчас потихоньку, полегоньку будем район за районом. Да ну, я бы не сказал, что Мафия 3 лагает. Нормально. Поначалу оно мне тоже, Мафия не зашла. Сейчас, в принципе, нормально, разыгрался, прикольно. Если это воспринимать как очередную ветку какой-нибудь GTA-шки, то вообще прелестно, прекрасно. Так, эмоции вынуждают людей совершать глупости, делают их самое сердце. В общем, планы они обсуждают, ага. А это еще кто? Слишком жадные, слишком ненавидят Маркана. Дойдет, разберется. Хорошее начало фотографии. Досье почти собрано. Короче, поддержкой ненавидящих их.
Маркана. Ладно, все, я успокоился. Все. Последний мой донат. Приятного тебе стримчика. Я буду наблюдать, как ты стримишь. Ну и короче, пожалуйста. Спасибо тебе огромное, Гош. Спасибо тебе огромное. Короче, опять допрос, опять о Вьетнаме разговоры, ну понятно. Так, что дальше? На карте доступно дополнительное задание. Встретиться с Донованом, чтобы продолжить охоту на Маркана. Или же выполняйте необязательные личные задания и развоз контрабанды для ваших подручных их лейтенантов. Так, понятно, понятно, понятно. Знамение времен. Дополнение. Старые счеты. Быстрее, детка. Автомобильные гонки доступны. Ох, как. Первая гонка. Вот это мне накидали. Блин, ну ты крут. Ты крут. За 200 спасибо тебе огромное. Пустим все на вафельки и печеньки для дочек. Так, все. Че, где, куда? Вот теперь смотрим. Вот теперь смотрим, что тут происходит. Гонка, круговая гонка. Три круга. Спортивный класс. Ничего себе. Так, открыт приход. Синклер. Ага, еще один павший брат. Старый друг решил побороться за гражданские права, поэтому ему нужны вы и ваш необычный набор навыков. Так, окей. Появились точки. Коммутаторы. Это ладно. Здесь что? Сюжетное задание, да? Это сюжетное, а это... Тоже сюжетная. А еще здесь. А еще здесь. Это он мне теперь по райончику будет, да? Так, куда идем? Давай. Давай решать, куда мы с тобой пойдем. Быстренько, чтобы не затягивать это все. Человек привычки. Кровь и бензин. Я где? Я здесь. Чё, на гонку? Ладно, давай по сюжетке пойдем без разницы. Вот, вот сюда. Вот сюда, погнали. Кто такой? Сейчас узнаем, посмотрим. Да где выезд-то? Все, что связано с какими-то там культами и так далее, это все опасно, поэтому мы туда едем. Мне кажется, это там какой-то непростой чел должен быть. Первая метка? Какая первая метка? Ты имеешь в виду на гонку, что ли? Ну, на гонку в другой раз гоняем. Надо сейчас какие-то сюжеточки тоже проходить, чтобы было интересно. И как раз там, я думаю, сейчас будут заварухи. Помоги тому, помоги сему. Сейчас доедем и узнаем. Хорош. Все равно, рано или поздно, придется все эти миссии пройти. Поэтому тут без разницы. Какая ближе, такой и едем. Воу-воу-воу-воу-воу-воу.
Ладно, не отвлекаться. За рулем надо смотреть прямо. И не читать. Блин, как далеко. Нет, территория огромная здесь на самом деле. Но все однотипно. То есть, если зайти, они, конечно, программисты молодцы. Они нарисовали полный город. Но если как бы зайти, то делать-то нечего в некоторых домах. И что толку-то? То есть, не собрать, ни у кого там ни оружия не валяется, ни денег, ничего. Ты просто заходишь, халупа и все на этом. А если что-то тебе и попадается, то оно, в принципе, светится, ты мимо не проедешь. Так, я на месте. Тихо, тихо. Ну, почти. Грунтовка, на грунтовке всегда так. Она вообще не едет. Погнали. Опа. Брат Нигер. MJ, сынок, что ли? В порядке. А, слушай, мы с ним разговаривали. Точно, его и зовут Голос, по-моему. Приход Синклер. Тебе это что-нибудь говорит? Нет, о чем? С голосом, да. Их департамент шерифа. Так, так, так. У него на связи ФБР. Опа, прикольно. Об этом говорил по телефону. Один из моих людей. Изикиль. Встречался там с людьми, упрашивал дать показания против департамента шерифа, собирал улики. Все собирались передать адвокату. Тут к нему подошел этот подонок шериф Уолтер. Со мной по телефону говорил. Как раз выезжаю, да-да, знаю, хорошо. Поздновато уже, а? Машина сломалась. Нет, сэр, все в порядке. Пойдем сюда, да, я на тебя погляжу. О, нарисовали прям вот максимально смазливого. Проездом, сэр. Проездом это хорошо, прекрасная ночка. Чтобы побывать у нас проездом. Но тачка-то неплохая. А звонил-то кому? Маме. Йоу, маме. Она переживает. Вот говорю, когда... Какой заботливый сын, уверен? Она теперь спокойна. Ну, еще правда прекрасно. Давай, Гош, давай, делай, учись, делай уроки. Буду тебя задерживать. Псих какой-то, да? Упс. И что это было? Понятно. Наводка. Знал, кому шел. Угу. На него, наверное, копали. Jesus. Еще один павший брат. У-ху! Рокси! В Атланте с матерью. Раз знакомство. Знаю. Сколько раз тебе говорить, я сама прекрасно справлюсь. Слишком многое стоит на кону. Надо постраховаться, как только можно. Говорят, ты
порвал южан на британский флаг. Близкого человека мне завалил. Мафия южан с ними рядом не стояла. Yes, ma'am. Так точно, мэм. Так точно, мэм. Надо отправиться к Синклер и добыть эту папку. Встретимся снаружи, когда будешь готов. Ты за рулем, да не вопрос. Должна была ехать с Эзекилем, теперь винит себя. Избавиться от вины куда сложнее. Мы все сделаем. Не сомневается он, ага. Да, мадам-то нехилая. Приход Синклер. Я понимаю. Надо иметь в виду, что тогда местная полиция в сельской местности, это департамент шерифа, пользовался абсолютной свободой. И ни у кого свободы больше не было. Закатные округа. Если ты черный, тебя... И все. Так, тачка. Тачка, тачка, тачка. Куда едем? Куда мы едем? В принципе, мы едем недалеко. Ну, погнали. Я вернулся. Вот это вот меня больше всего раздражает. Когда за рулем они поболтать хотят. Наверняка там что-нибудь важное, конечно, но я не могу и вести, и читать. Короче, я так понял, они болтали о содеянном Линкольном. Оп. Блин, вот они не уходят в затяжной занос. Это что такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вашу Машу, а? Сюда иди! Давай, братан! Бам! У-ху! Еще один! Где он? Не-не-не-не, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да выходи ты, дурачок. Козлина. Далеко слишком. О, выходи! А я вышел. А я вышел.
вышел. А я вышел. Прикольно было. Правда, я стал еще чернее. Ну, понятно. Чуть-чуть не доехал, ладно. Какая-то бессмыслица. Конечно, бессмыслица, блин. А чё? Ну, давай. Заново, заново. Так, где она там? Загрузи с контрольной точки. Блин, ехал так хорошо, все было. Все, поехали. Сейчас я буду как дедушка ехать, все. Не буду давить бедных работяг у обочины. Плимут, что ли? Чуть такой Пакмана. Я имею в виду тачка. Марка тачки. Так, ладненько, дубль 2. Сейчас мы здесь потихонечку поедем. Это вот не просто так было. Надо было типа тормознуться там. Чтобы нас пропалили, наверное. А, вот они, ребятушки. Любят они из-за кустов выпасть. А, тихо. Я зачитался. Что надо-то? Мне завалить надо его? Ну, конечно, мне покрышку пробили. Ну, что ты? Так, окей. Меня Олег зовут. Спасибо, что подписался. Да, гуляние по городам. Ну, в принципе, а GTA-шка 5, она вся в этом. Ну, ты где? Давай сюда. Хорош. Ничего себе ты вылезла. Да ты красотка, выходи из меня. На. Получила. Живая там, кудрявая. Так, стоять, что надо? Стряхнуть в копах с хвоста. Не вопрос. На бесколесной машине вообще хоть сейчас, хоть. Оп-оп-оп-оп. Надеюсь, там не река. Не, нормально. Ба. Вам в речку не упасть. А, тут еще какие-то бомбочки можно. Так, преследование отменяется. Ха, прикольно. Так, что дальше? Угу, едем. Что происходит? Я вообще не понимаю. Но мы вроде как забрались к ним в город. Приятного просмотра. Спасибо, что поддерживаете, ставите лайкосики. MJ Farm is up ahead. It's MJ Light. Been here born and raised. Here,
Бедный дришпак. Так, стоять, тормози ты уже. Сейчас пшеничку помнем. Я не доехал, по-моему, да? Ага. Будет какая-нибудь сцена, нет? Так. Что это было? Ну-ка. Что делать-то? Код 10-2-0. Да еб... А здесь что? Ну? Где он? Так, что-то глюки какие-то начались. А стрим, кстати, нормально идет? Не прерывается ничего, а то я даже ни разу не спрашивал. Я так выставил, в принципе, на максималках все. Напишите, ничего там не прерывается, не обрывается. Звук нормальный тоже, все, все хорошо. Посмотреть на эту двоицу. Красавица и чудовище. Ну, конечно. MJ. Тепло встретили. Нормально. Вырвало кусок живота. Сигма — это сын подруги моей жены. Вот так вот. Don't suppose there's an easy way in and out of there. No, not unless you're invisible. Them motherfuckers don't leave much chance. Ну разве что если Try to get in when most of those assholes have gone home for the Так, дождемся темноты, хорошо. Slim's a slippery bastard. Тип очень скользкий и предсказуемый, так что я лучше пойду с тобой, прикроем. Буду ждать тебя снаружи. Все, не вопрос. Пошли. Трава, что ли, опять? Жена — это жена. Так, 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 так. Сесть в машину. Да машина-то убитая была, по-моему, нет уже. Починили. Ведро с колесами. Так. А, погнали. Оружие у меня вроде есть, все есть. Suppose you deserve to have a little fun. Hey, you generous. Don't fret. I'll be keeping a bird's eye view on things from nearby. Give you a heads up anyway. Блин. Тихо. Окей, я на месте. Ты чё орёшь? Ага, ну-ка. Взломаем по-быстрому. Все сделал. Шустрый ты какой. Научи дочь старшую также все быстро делать. Ох, ё, да там...
смысле, мне в здание шерифа? Ё-моё. Так, 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 ну хорошо. Здание шерифа. Вот это вы мне подлянку состроили. А ну-ка иди сюда. Не ори. Ой. Ой. Задание провалено? Да, хорош! Ладно, 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 ладно. Я думал, я сейчас развернусь. Оказывается, все. Ну, хорошо. В смысле? Я же взломал вроде. Что, не сохранилось? Чё ты на меня смотришь? Иди отсюда. Я электрик. Так, ну пойдем. Я тут один единственный негр, да? Так, из кабинета шерифа, меньше копов, меньше проблем. Где я должен? Крышу? Не вариант. А вот здесь вариант, да? Ладно. Попробуем как-нибудь пройти. Пока что незаметно. Но этих копов можно валить без зазрения совести, я так понимаю. Они тут все. На G. На G я и нажимал. Это швырять коктейли на G. Потом посмотрю. Скорее всего, сигнал. Клаксон. Ага, во, во. Эх. Эх, Вася. Блин, придется всех размотать, а. Мне придется всех размотать теперь. Так. У меня патронов, наверное, на всех не хватит. Ах ты, козлина! Зараза. Блин, прям по мне фигачит, а? Зараза. Давай, вылазь. Еще один, давай. Хорошо, хоть у меня винтовка, а? Еще давай, выходи. Давай. Не хочешь? Как хочешь. Пошли дальше. Где? Кто в меня стреляет? Откуда, блин? Да откуда? Я ничего не понимаю. Второго этажа, что ли? Откуда? Ах ты ж конь, а? Присел он там. Все равно пойдем, зайдем через окошко. Тут хотя бы комната, наверное, будет сейчас ограничена. Давай! Оп, 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 оп.
Нет, чё? О, толчок. Нормально. На. Ты думаешь, я тебя не вижу там? Сейчас всех разнесу. Еще один, да? У меня свинца на всех хватит. Так, еще один на первом этаже. Хорош. Пошли на второй этаж. Ковбои. Че его надо завалить? Да, не вопрос. Ну давай, высунь свою голову. Еще один. Оп-оп-оп. Хе-хе. Как в тире. Блин, 11 патронов. Зато пистолет полным. Так, где-то здесь бронь. Давай-ка сначала бронь возьмем. Опа-опа. Аптечка не повредит. Это что? Ну это не то. А, то. Слушай, все, у меня теперь патронов полно. Так. Не сюда, по-моему. А вот сюда. Так, а что тут светится? А, это внизу что-то было, да? Симпатично у него тут. По-моему, там подъезжает. Надо валить. Давай, бери. Скрыться с папкой. Ага. Что там, подкрепление? Толпа копов через ворота. Окей. Ага. Слышь, слышь. Так, окей. Ща погодь. Давай-ка мы сразу вот здесь вот раз. Беги, беги. В принципе, можно... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. В принципе, можно уже валить. Этот в здании бегает нормально. Тихо, тихо, тихо. Зараза, а? Не-не-не-не, не помирать, не помирать, не помирать. Запрещаю помирать. Давай. Да блин! Козлина. Да что ж ты никак не помрешь-то, а? А, он помер уже. Ё-моё, он просто повис на углу. Ну сколько вас еще? Да ё-моё. Со всего округа, что ли? Так, пора валить. Валим отсюда нафиг. Да ё-моё! Что ты делаешь? Все, пошли вы. Стряхнуть копов не вопрос. Цветного. Ха-ха. Так, там река, а.
Не пойдет. Ё-моё! Загляделся. Да уйди, старуха. Вот и дурной. Я хотел прыгнуть, а мне не вышло. Зато я этого чувака перевернул. Прикольно. Ай, начинается. А ну-ка по полям. А ну-ка по полям. Давай, кукурузное поле. А? А вы только по дорогам ездите? А мы будем по полям гонять. Давай, давай. Сейчас все будет. Сейчас все мы стряхнем. Оп. И снова на поля. Да блин, она не ездит. Сейчас в этот амбар запремся. Все, тормози, вылазь. Погнали. Беги, дурачок. Хорош. Лошары. Ну давай, беги. Устал, что ли? Катер нет? Блин, катер нет. Ну, когда нужен катер, его нет. Ну, что такое, а? Ни катер, ни тачки. Мигалки. Ну! На джи не мигалки. На джи швырять коктейль, который я уже все вышвырнул. Нет, другая кнопка. Вон, давай тарантас возьмем, без разницы. Лишь бы не пешком. Ой, какой ужас. Ну вот это, я понимаю, был замес. Вот это нормально. Всех копов нафиг разнес. Ради какой-то папки. Копы тоже люди, да? Это да, но не в этом штате. Они просто попались под горячую черную руку. Так, стоять. Мы тут тоже пешком дойдем. О, точила. Кабриолетик. Денежки. Ну, хоть на нормальную тачку сменим. Вот это я понимаю. Вот это нормуль. Далеко я не поехал. Где? Вот она. Я все думал, когда ты наконец припрешься. Я еще успею. Принялся за дело. Значит, они... He knows the names of the people we've been talking to. God damn it, we've been working at this for almost a year, putting everything together piece by piece. Собираюсь по кусочкам, теперь все летит кувырком. Ничего не полетит. These folks gave their life thinking we was gonna see this through. We still got the pictures. The written testimony. Стали фотографии, письменные показания тоже. So, what's our next move? Обзвоню людей из этого списка, скажу всем привет. Разберемся со Слимом. И его дружками. Так и надо было начинать с этого.
Ой, какая кудрявая-то, а? Слушай, а кудри прям вообще рисовали, я не знаю. Чем они ее рисовали? Завершено. В моду вошел зеленый. А трактор нет? Нельзя взять? Жаль. Что это такое? Что за прикол? И что я должен делать? Затащить мешки с удобрением в теплицу. Да брось, я чё тут? Братан, ты с ума сошел? И куда я должен бросить их? Да ты тут самые культурные растения выращиваешь, да? Неплохо, неплохо. Как он медленно идет, а? Самая веселая миссия, наверное. Как же это долго. Что-то на удобрение не похоже. Какие-то армейские мешки, блин, больше. Что дальше? Ну, давай, выполнение. Оп. Алло. Я принес мешки, поехали. Все, застрял. Вообще отлично. Ничего не работает. Вот же ж. Слушай. Друг, ты сглазил. Гуляние по городам. Теперь он заглючил. Ладно. Где там? Так я уже мешки не потащу, если они будут слежать. Пошли они. Ну, конечно. Да ну хорош. Прикалываются надо мной. А, вот что. Просто дурачок глюкнул, он не пошел за мной. Или я за ним. Ну, теперь хотя бы пошел процесс. Травка, муравка. Ну сейчас дойдем, выполним эту миссию. Невероятную просто. Экшен. So you got a pipeline into New Bordeaux? Nah. Так, значит, заинтересовал, возможно. Я тут все уляжется. Не стоило. Так, прикроем. Оп, оп, оп. Мы против этого. Займет пару минут, а ты наслаждайся. По полной нахлобучило, да? Завершено. Ну, замечательно. Переполох. Открыто сюжетное задание. Ну, наконец-то. Так, куда идти? Все здесь же. Плащ-палатку прихватил. Я всех обзвонил, кроме троих. Энди, Джин
Если ему успел отрезать, так рано или поздно он сделает шаг. Только начало. Говношторм. Эти трое. Рокси так перепахал на колесах. Короче, предлагает притащить их сюда. Помощь какой-то там Найткравлер. На ней ехал. А, это тачка. Да, давай. Сейчас тачку эту возьмем. Попа, сигнализация. Федеральное казначейство за. Да уж. Найти меня, когда будешь готов. Да я уже готов. Поехали. Давай, дай только красную эту тачку. Какой-то Найт Крайслер. Ночной Крайслер. Вот это нормально. Я тебе позвоню, когда мы закончим. Сесть в машину. Да почему опять это барахло-то? Блин. Так, аптечки 3. Деньги бы сдать. Слушай, я уже, наверное, все. Если выйду, то это будет грусть-печаль. Едем на штрафстоянку забирать тачку. Слушай, ну я, блин, за всю игру схватил только сейчас реально один глюк. И то просто NPC не пошел. Вот так-то все более-менее терпимо. Я не скажу, что она прям совсем вся лажа, лагжная. Нормальная. Хотелось бы, конечно, в стиле 1 и 2 GTA, но... Так, проникнуть на штрафстоянку. Не вопрос. Так это ее тачка? А где тачка? Секундочку. В смысле секунду? А ты куда прёшь, эй? Ладно. Сейчас мы проберемся. Он светится красным, поэтому... Да ты дурачок! Блин! Ёшкин кот. Начинается вот это вот, а? Я когда-нибудь по стелсу-то пройду, нет? Отпереть склад. Так, ребятки там, да? Где они? Еще один, давай. Ой-ой-ой-ой-ой. Пока ты повернешься. Ой. А как так вышло? А как это так вот вышло, что меня так сильно зацепило? Теперь понятно. Теперь понятно. Погоди. Ну-ка. Пока тут суть до дела. Сейчас быстренько взломаем. Давай. Разберись там, девчонка. С пацанами. Ты ж сможешь. Угу. А ты думал, все? Успокоились? Ха.
Не тут-то было. Хорошо. По-моему, все. Угу. Воротки, воротки. Ага, вижу. Пошли. Стоять. Вот тоже тачка прикольная. Ну-ка, заценим. Огонь. Устройте переполох. Вот так, да? Шкала внимания указывает, насколько хорошо вы отвлекаете внимание департамента шерифа. А, за 1.5 минуты? Извини, друг. Вот ты ржешь. Куда ехать-то? Ах, вы ж. Упырё. Упыря. Давай, газу. Девочка прям развлекается, я смотрю. Бам! А чё ещё тут надо? I'll be in touch. Let's tear up Sinclair. MJ, do your thing. Time to see what kind of damage your car can do, Roxy. Ой, да там так много. Это я сколько же должен-то прыгать тут? Каскадерить, блин. У-ху! Бам! Это жесть. Вот это заданица. Угар. Не переворачивайся, дурной. Ты что творишь? Ну все. Трындец, приехали. Перевернуть машину. Левый контрал. Не успел. Ладно. Левый контрал. Хорошо. Давай еще разочек, еще одну попыточку. И, наверное, на сегодня будет все. То есть я должен по максимуму навредить городу. А! И это заново. Нормально. Хотя бы не с того гаража. Уже хорошо. Идиоты! Так, что я должен еще сделать тут? Сломать. Что-то по максимуму навести шороху. Тихо. Давай что-нибудь тут найдем. Да блин, ты дурачок, мне вечно поперек, а? Так, бам. Хорошо. Ничего не вижу. Да брось! Ничего себе, прикольно. А вот здесь что-то прям подряд они идут. Ну-ка. Что тут надо сломать? О, нормально. Да ё-моё. Это она шороху здесь наводит. Эх ты, тачку, такую тачку, блин, взорвал. Угу. Давай. Ай-яй-яй, не падать. Я понял, вывески, да?
шерифские вывески. Оп. Ай, тупик. Надо туда, в центряк переть. А у меня немножко осталось. Ну-ка, налево. А, нет, не пойдет. Вот сюда. Так, еще. Не все, что ли, еще? Да, блин. Сколько можно? Ага. Есть такое дело. Пончик! Зачем ты пончик сломал? Ой. А, все, валим? Или что? В смысле, блокпост шерифа разнести, не переворачивайся. Тихо, тихо. Так. Вот сюда. Какой блокпост надо разнести? Я что-то ничего не понимаю. Блокпост шерифа. Блин, времени нет уже. Ну, сейчас, я думаю, справимся. Главное не промахнуться. Это просто волшебная тачка. Так, а что такое? И что я должен был сделать-то с ним? Что за дурь? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И дальше что? Что делать-то? У-ху! А, все. Пипец. Ты стрелять-то будешь или нет, а? Куда-нибудь вообще? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Зона задания. Погоди. Куда стрелять? Что делать? Я не знаю. Да что ты творишь-то, а? Да их там тьма. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бам. Это жесть просто, как она есть. А, еще надо, да? То есть мне здесь надо сейчас все. Бах. Так, еще раз. О, я застрял. А у меня патронов нет, я чем должен стрелять? Бах. Все, валим, нет? Что делать-то? Навести шороху на ярмарке. Да ты прикалываешься. Ты прикалываешься. Блин. За 5 минут я успею навести шороху на ярмарке или нет? Мне кажется, я не успею. Ой-ой-ой. У-ху! Хорош. Далеко, что ли? Нет. А, ярмарка. Я надеюсь, это последнее задание. У-ху-ху. Так, что сломать, что сломать, что сломать, что сломать. Бам-бам. Бам.
Так. Ех-е. Давай ты еще застрянь, а. Че взорвать? Бам. Сколько еще я должен тут? Бам. Ой! Хорош, пыхнул. Так. И... Что дальше? Приход Синклер добраться. Чё за дурь? Чё за приколюхи? Ребят, наверное, скорее всего, придется мне отключиться резко и быстро. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы обязательно с вами в следующей серии увидимся. Потому что мне надо будет уже отключаться сейчас. Спасибо за поддержку, спасибо Гошку за поддержку. Гошка вообще красавчик. По идее, мне осталось... Ай-яй-яй-яй, приехать вот сюда. Так, ну и... А что это? А, это наш же. Это наш же, наш. А что надо? Защитить, все. Бам. Так, хорош. Это жесть. Да блин. Да дай проеду. Ай-яй-яй-яй-яй. Я думаю, все. Ай, какой кадр! Ну вот и все. Вот и красота. Все четко. Перегруппируемся на ферме. А ты водить сегодня умеешь, да ты чё? Увидимся на ферме. Ну и хорошо. Ну и замечательно. Миссия выполнена хоть? Завершено. Красота. Все, ребятушки, спасибо за внимание, спасибо за активность, спасибо за лайкосы, спасибо за то, что вы были все это время со мной на моем стриме. И мы проходили достаточно прикольную, так,